Перед тем, как начать разбор песни группы Король и Шут «Жаль, нет ружья», хочу вам посоветовать каналчик Сани Болта. Достаточно забавное название у канала. Так вот, парень играет тот же Король и Шут, и не только Король и Шут, на гармошке. Обязательно заходите, подписывайтесь на канал, полайкайте, покомментируйте человеку. Он старается, пока у него нет возможности записать все очень круто и качественно, но видео выпускает достаточно регулярно, и чем больше вы оставите комментариев, чем больше вы поставите лайков, чем больше людей подпишется, тем быстрее это его простимулирует сделать качественную, возможно, студийную запись, как он на гармонии играет того же Лесника. Ссылочка на него в описании. Достаточно все сложно, особенно для новичков. Но будем разбирать. Аккорды у вас есть на экране, также они есть в моей группе ВКонтакте, в специализированной теме «Аккорды с разборов». Заходите, там все есть. Ссылка на мою группу в описании. Вообще в описании очень много чего. Куча ништяков. И сразу говорю, кто напишет, что хреново спел, тот автоматически полетит навечно в бан. Потому что этот человек ёбнутый. Он просто придурок ебаный. Ибо у нас разбор, как играть песню, а не как её петь. А любой долбоёб просто автоматически навсегда отправляется в бан и живёт спокойно дальше своей никчёмной тупой жизнью. Лирическое отступление. Так вот, значит... Слишком много аккордов. Можно вообще попробовать ее сыграть без баре. Это будет выглядеть примерно так. Нам аккорд фа нужно будет ставить вот таким, вот так. Вот так. Грубо говоря, это аккорд так, как любил ставить Летов. Он любил аккорды ставить именно вот так. Допустим, аккорд соль же можно поставить вот так, а можно вот так. То же самое и с аккордом фа. Это как С, только все пальцы, кроме вот этого, опускаются на одну струну ниже. И играем мы примерно вот так. Скрипели старые колеса у телеги, кобыла шлепала копытом по грязи. Уставший дед курил и думал о ночлеге. Кобыле, молвил он, быстрей в село вези, жаль, нет ружья. В принципе, так можно играть и в другой части песни. Можно избавиться от баре, но все равно его нужно уметь ставить. И для новичка...
наверное, эта песня будет несколько сложновата, ибо аккордов очень много, нужно улавливать мелодику самой песни, но если вы будете усидчивыми, то, конечно же, вы все это дело хорошо сыграете. Значит, здесь какая у нас фишка? Я поставил аккорды прямо над теми буковками, даже сейчас проверю, да, над теми же буковками, над которыми они должны ставиться. Скрипели старые колеса у телеги. Здесь есть одна фишка. Когда ставишь последний аккорд АМ, его можно поставить не таким вот блатным аккордом, а квинтом, чтобы нам сыграть вот такую тему. Показываю. Скрипели старые колеса у телеги. Здесь мы делаем вот такую тему. На третьем ладу вот этим пальцем сначала зажимаем пятую струну. Закрытая позиция, открытая. Закрытая позиция шестой струны и открытая снова пятой. Скрипели старые колеса у телеги. Кобыла шлепала копытом по грязи. Уставший дед курил и думал о ночлеге. Кобыле молвил он: быстрее в село вези. Здесь вот это единственная такая фишка, но ее можно не ставить, можно просто играть. Скрипели старые колеса у телеги. Кобыла шлепала копытом по грязи. Уставший дед курил и думал о ночлеге. Кобыле молвил он: быстрее в село вези. Здесь можно играть и так. Можно играть всю песню вот так. Сверху вниз долбить медиатором, но можно сначала, ну, я просто не играю с медиатором вступления, потому что у меня сейчас звук гитары будет намного громче, а так всю ее, конечно, нужно играть с медиатором. Скрипели старые колеса у телеги. Кобыла шлепала копытом по грязи. Она примерно вот так играется. Можно с приглушкой, можно просто. Скрипели старые колеса у телеги. Кобыла шлепала копытом по грязи. Можно играть так. Следующую часть уже, где идет джи-джи-джи в оригинале, можно мочить джи-джи-джи только на акустической гитаре. Тупо долбим сверху вниз по аккордам. Нота тревожно в сторону леса поглядела. Волков почуяла, смекнул, в тот час же дед. Вот так можно играть. А, собственно, припев «Жаль, нет ружья» уже вот таким штрихом будет намного круче. Жаль, нет ружья. Свирепый хищник под вечер чертовски опасен. А до села немало вёрст, под туманом кобыле не ясен. Не ясен. Гони! Ну и так далее. Проигрыши я тоже вам написал, здесь в принципе все одинаково. Поэтому не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Ну, в общем, как-то так. До новых синяков!